Доброе утро, с вами Белякова Алла. Сегодня 5 декабря 2020 года. Решила вам снять восход солнца в городе Сочи. Это моя утренняя пробежка. Зарядка, солнышко встает. Смотрите, над морем. Такое сейчас море. Есть волны. Вот это набережная. И Меридинская набережная. И такой красивый восход. Диск прям встает над морем с каждой секундой, все выше и выше отрывается от солнца, от гор. Солнце встает за горами. Смотрите, прямо на глазах поднимается. Так здорово, так приятно смотреть. Не представляете, на самом деле прям, каждый восход, он неповторимый. Сейчас покажу вам еще поближе. Никого нет, время, потому что еще 7 утра, наверное. Даже не знаю, щебета, наверное, нету. Все уже поднялось вообще. Сейчас будет отрываться. Это Ваня. Ване 9 лет. Мы отдыхаем в Сочи здесь. 6 дней в отеле. В отеле Сочи Парк. Нам очень понравилось. Сниму отзыв про отель Сочи Парк. Вот, солнышко поднимается все выше. Очень много гуляющих, смотри, и рыбаков. Очень много по берегу прям. И еще луна. Вот эта луна. Краски все прям такие яркие, разные, непередаваемые. И красота, конечно, неописуемая. Привет, солнышко. Так мы тебя рады видеть. Так здорово, что ты у нас есть. Все, солнце уже отрывается даже от гор. Запрещено. А вчера, когда были там, там вот горы. Отели горы закрывают. Мама, и там дяденька купался. Еще я бабушка залезла. Сейчас поедем дальше. Мы взяли в аренду самокат. Здесь большое количество таких самокатов. Кругом они стоят. 1 минута 3 рубля. Час получается 210 рублей. Вот, солнце уже все прям поднялось, оторвалось от гор. Ой, стайка голубей. Голубей много, все кормят. Очень много народу здесь бегает. Вот еще один бегун. Зима, а такое чувство, мы ходим, конечно, в зимней одежде, потому что ночью минус 6, а днем разогревается прям, мне кажется, плюс 15, плюс 20, и на балконе в отеле я прям загорала даже. Так здорово, прям аж так жарко, что можно и вспотеть. В общем, тепло, погрелись. Но сейчас, конечно, ветер такой. Мы на самокате еще даже одели капюшоны, потому что прям ветерок такой продувает. Как всегда, много магазинчиков вот здесь. Все, солнышко стало. Буду заканчивать свое видео. Красота. Вот еще люди бегают. И мы тоже сюда. Я бежала, у меня пробежка была. Ваня маленько побегал, потом со мной на самокате. Потом у меня была зарядка у моря. Ой, такое красивое солнце. Вы не представляете. Жалко, что вам не видно диск. Солнце. Но зато вот смотрите, декабрь месяц, 5 декабря. А здесь кругом зелено в Сочи. Климат такой субтропический, пальмы кругом. И деревья, они такие, знаете, зеленые, оранжевые, красные. В общем, как будто бы я вернулась в осень. И за сутки переживаешь все времена года. Ночью зима, холодно, 6 градусов где-то, 5-6. Утром уже как будто бы весна, днем лето, вечером опять холодно и зима наступает. Вот так мы пережили эти 6 дней. Здорово, конечно. Все с палочками ходят. Все, всем пока, удачного денечка. С вами была Белякова Алла. Подписывайтесь. Мне поесть хочется. Я почти тебя догнала. Сейчас мы пойдем уже на завтрак в отель Сочи Парк. Мам, не почти.